Виновных нет, да и ответственных найти тоже не получается. Один из многоквартирных домов Ангарска разрушается прямо на глазах. У здания вот-вот обвалится фасад, но ремонта все нет и, похоже, пока не предвидится. Почему, расскажет Евгений Шоев. Размеренная жизнь собственников квартир этого ангарского дома дала трещину, причем еще 2 года назад. Вот так обрушение фасада выглядело в 2016-м. Тенденция налицо, дом разрушается. Но все, что за это время сделали коммунальщики, оградили здание забором, оставив остальные заботы жителям дома. У меня там дочь, у нее там детская комната. Мы сделали, ну, естественно, ремонт, потому что стены все холодные, по полу несет из-за этих трещин. Утеплили эту стену специальной парой гидроизоляции. Ну и у меня дочь как бы говорит, что она ночью, даже когда спит, она слышит, как камушки эти падают там, внутри осыпается, это все-таки, ну, очень опасно, страшно. А вот кому опасения, похоже, чужды, так это ответственным лицам. Управляющая компания отправляет людей в фонд капитального ремонта. Те, в свою очередь, перекладывают ответственность на муниципалитет. Пустые разговоры уже заняли больше времени, чем его требует ремонт. Согласно жилищного кодекса, статья 161, управление многоквартирным домом должно обеспечивать безопасное и комфортное содержание. Вот результат безопасного и комфортного содержания. Бездействие управляющей компании довели дом до разрухи. Дом относится к печально известной 335-й серии. Из-за особенностей конструкции газобетонные панели со временем разрушаются. Чтобы исправить ситуацию, необходимо обрушить старое покрытие до арматурной сетки и установить новые панели. Но, как всегда, вопрос безопасности упирается в деньги. Здесь проблема, на самом деле, касается, по их мнению, только всего лишь 5 квартир. Поэтому остальных это не особо беспокоит. Поэтому, когда мы проводили собрание, особо никакого никто решения не принял. Вопрос там стоял именно о сборе денежных средств для проведения именно в рамках текущего ремонта. Выделять деньги на замену панелей в рамках текущего ремонта жители отказались. Люди считают, что работы должны быть произведены за счет взносов на капремонт. Однако, чтобы перенести сроки на ближайшее время, необходимо заключение комиссии, которая уже подготовлена и передана в областной фонд. А жильцам снова придется ждать и надеяться, что стена не обрушится раньше, чем чиновники примут хоть какое-то решение. Евгений Шоев, новости по будням.